А мы продолжаем рассказывать о героях Второй мировой войны. На этот раз очерк о Максуде Акилове, который вслед за своими братьями отправился на поля сражений. О подвиге наших дорогих ветеранов – репортаж программы. В этом доме на одной из ташкентских улиц еще с позапрошлого века жил и работал автор узбекской азбуки. Об этом надпись на табличке на двери. Сейчас уже его сын, уже почетный ветеран Второй мировой войны Максуд Акилов на пороге своего 95-летия встречает в этом доме гостей. Несмотря на возраст, всегда полон жизненной энергии, в глазах искорки смеха. Быть может, это и есть секрет его долголетия. Скучать и расслабляться не дают его правнуки. Их 11 у него. Вот и сейчас, разглядывая награды на груди любимого прадедушки, возвращают мысли на дорогу памяти. А вспоминает Максуд о том, как уходили на фронт трое братьев. Помнит, как, провожая их на войну, мать-героиня просила небеса хранить их молодые жизни. А он четвертый из девятерых детей семьи Акиловых, наивно полагая, что встретится с ними на войне и будет воевать плечом к плечу. Ничего не сказав родителям, едва исполнилось 18. Записался на фронт. А дороги были долгие. Меня отправили в Самарканд, где прошел обучение. Наблюдая за подготовкой пехотного батальона, написал заявление с просьбой отправить на фронт. После учебки погрузили в эшелон и отправили в Ташкент. Другу строго-настрого наказал ничего не говорить родителям. Отсюда прямо с вокзала им предстоял путь до Одессы. Не забыть никогда, как слезно плакали матери бойцов, провожающих своих детей на войну. Говорит, глаза закрою и вижу картину с криком матерей. Сынок, ты только вернись. Шел 44-й год. Путь до Одессы занял 26 дней. Приходилось то восстанавливать пути после бомбежек, то расчищать от снега. А потом был второй украинский фронт. Форсирование реки, небольшие сражения, а еще сквозь воспоминания прослеживаются лирические отступления. Описывает цветущий яблоневый сад в украинской деревне, запах сена в конюшне, куда поселили новобранцев. Клеверное поле рядом с местом первого боя. Запах свежевырытой земли в окопе. Но лиризм обрывают выстрелы фашистского снайпера, в мгновение унесшего жизни трех бойцов, которые, высунувшись из окопов, из любопытства хотели посмотреть, какие они фашисты. Как-то, вынося тяжело раненого, из-под огня промелькнула мысль, что и его пуля прилетит. Но судьба была благосклонна молодому бойцу из Узбекистана. Оба ранения оказались сквозные. Родился в рубашке, шутила медсестра при перевязке. Так и прошагал пол Европы до Чехословакии. Тысячи километров намотал, когда уже побегу держали. Вот так произошло становление опытного бойца из юного и ничего не понимающего мальчишки, родители которого все эти годы верили, что младший сын просто проходит военную подготовку в Самарканде. Десятилетний Сайда Мирхон просит рассказать про белок. Ну как тут откажешь любимому правнуку? И снова история. Стоял как-то в наряде. Дело было на территории леса. Охранял бензин в бочках. С наступлением ночи послышались звуки, будто прыгает кто. Тьма кромешная, ничего не видно. Наш герой со словами «Стой, стрелять буду!» приготовил автомат. И тут тишина. Спустя мгновение все повторилось вновь. Нервы не выдержали, и он сделал пару выстрелов. Сбежались командиры. Выяснилась и причина шума. Белки прыгали по деревьям, а шишки падали на бочки с бензином, создавая шум. Вот такая вот оказия случилась. Много товарищей погибло в сражениях. Не все дожили до Великого дня Победы, произносит ветеран, перебирая пожелтевшие фотографии. Вспоминая с грустью товарищей, которые не дожили до сегодняшних дней, когда почет и уважение со стороны самого президента душу греют. Забота и поддержка общества дает силы жить. А нас помнят, помогают, говорит Максуд Ата. А значит, мир в надежных руках.